Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, какие породы собак склонны к полноте. Лишний вес – одна из самых распространенных проблем со здоровьем у собак. Зачастую она появляется из-за недостаточного ухода и внимания к животному со стороны владельца. Какие породы собак наиболее предрасположены к полноте? Владельцам каких лающих стоит очень внимательно относиться к рациону своих питомцев? Итак, представляем вам 6 пород собак, склонных к полноте. Бассет-хаунды любят вести размеренный образ жизни, никогда не откажутся от порции чего-нибудь вкусненького. Из-за этого представители породы часто набирают лишний вес. Чтобы избежать проблем со здоровьем у питомца, необходимо внимательно следить за рационом собаки и не забывать включать выгулы с ней, элементы игр и дрессировки. Мопс – еще одна порода, склонная к полноте, а все из-за того, что эти собаки предпочитают вести неактивный образ жизни и не любят серьезные физические нагрузки. Чтобы уберечь такого питомца от набора лишнего веса, необходимо контролировать его диету и строго следить за его режимом питания. Несмотря на свою активность, бигли легко набирают лишний вес. Причина не только в отменном аппетите представителей породы, но и в замедленном метаболизме, который характерен для этих собак. Чтобы склонность к полноте не помешала вашему питомцу в будущем, нужно не забывать о важности сбалансированного и строго нормированного питания для представителей породы. Таксы – настоящие любители поесть, именно поэтому они склонны к набору лишнего веса. Ни в коем случае нельзя позволять представителям породы переедать. Также важно, чтобы у этих собак были регулярные, достаточные для них физические нагрузки. Английские бульдоги быстро набирают лишний вес. Виновата в этом склонность представителей породы к перееданию и их неактивный образ жизни. Очень важно следить за рационом английского бульдога. Лишний вес у этих собак может привести к серьезным проблемам с их здоровьем. Золотистые ретриверы также склонны к полноте. Эти собаки обожают полакомиться чем-нибудь вкусненьким, и хозяева из-за этого часто перекармливают представителей породы, что нередко приводит к лишнему весу. Если вы владелец золотистого ретривера, не забывайте о важности сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок для этих собак. Лишний вес у лающих – серьезная, однако вполне решаемая проблема. Достаточные физические нагрузки, сбалансированное питание, самое главное – любовь и внимание со стороны хозяина способны любую собаку привести к идеальному для нее весу. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!